Виляющую 15-ю инспекторы преследуют по улицам заводского района в 4 утра. Погони – мера вынужденная. Вместо остановки транспортного средства по требованию сотрудников водитель попытался скрыться. Продемонстрировав опасную манеру вождения в одном из дворов, нарушитель бросил машину. В ходе непродолжительной погони водитель был задержан. За рулем находился мужчина 1992 года рождения. Так как у него имелись признаки опьянения, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Однако нарушитель отказался. В отношении молодого человека был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Злоумышленнику грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.